чтобы было что запечатлить на долгую видеохронику. Король. Дальше идет красная шляпа с этой стороны. Так, это у нас то ли ковбой, то ли просто веселый участник, отлично. Шляпа с перьями. Это вам, конечно. Я так и сразу понял, что вам пойдет. О, вы сегодня просто джентльмен с бульвара Капуцинов. Так, в стиле регги, да, в стиле регги вы сегодня выступаете. Боб Марли, все. О, вау, Джамайка. Так, болельщик лыжных видов спорта и просто веселый парень. А ну, примерьте, нормуль, пойдет и так. Так, отлично. Это шляпа австрийских лесорубов для самого крепкого мужчины на нашем праздничном стульчике. Морячок у нас еще найдется, кроме жениха сегодня? Найдется, ему без козырька. Ну и судне, ну конечно зонтик, как же без зонтика? Зонтик это эксклюзив. О, супер! Ну что ж, шляпная вечеринка в самом разгаре. Итак, наши парни сегодня открывают танцевальный марафон. Танцуют лишь самые длинные наши части мужского организма. Это наши ноги, которыми мы ходим на работу, на свидание. И здорово танцуем на танцевальной площадке. Танцуют только ноги, а вот зрители посмотрят сегодня и скажут, кто из парней был лучшим участником танцевального шляпного, сидя, шляпного марафона. Танцуют только ноги! Да, здесь уже не удержались, и морячок в пляс пошел, и человек с перьями, и регги-бэн. Стоп, спасибо! По аплодисментам гостей будем выбирать лучшего танцора. Ноги хорошо, но ноги у мужчин, понятно, это главная часть практически организма. Вот руки. Руками мы обнимаем любимых, получаем зарплату на работе и просто делаем всякие наши мужские делишки. Танцуют только руки! Свидетель молодец, но чуть-чуть надо задать жару. Стоп. Тело замерло. Ноги размяли, руки размяли, как в той утренней гимнастике. Переходим, нет, не к водным процедурам. Переходим к той части тела, куда мы кушаем, к голове. Итак, внимание, танцует только голова. Satisfaction. А вот и шапка слетела, но это зачтется в аплодисментах. Спасибо. Так, следующее, практически куда улетела шапка, ну где-то тут рядом была. Самый практически заключительный рисунок, он больше будет виден на видеохронике нашего вечера. Поэтому просим нашего видеомастера обратить внимание крупным планом на мимику наших парней сегодня. Потому что следующий танцевальный рисунок, он непрост. Глаза, рот, нос, я не знаю, выражение лица. Это мимика называется. Танцует только мимика лица. Все тело замерло. Фото и видео внимательно наблюдает, а затем во время видеофильма мы посмотрим, кто же сегодня был самым экстравагантным. Танцует мужская мимика! Не будем мучить изгаляться, нормально. Молодой человек, на вашем примере покажу финальный танцевальный рисунок. Вставайте со стула. Женщинам нравится все. Ваши парни руки, ноги, головы и мимика. Но все-таки точка номер 5 в мужском организме. Без этого никуда. А ну, поддержите, дамы, аплодисментами мужскую компанию. Потому что
они расслабляются, раскрепощаются. А я напоминаю, что по вашим аплодисментам мы в финале определим лучшего из лучших. Кто лучше всех смог раскрепоститься? Кто лучше всех показал, какой же он на самом деле горячий танцор? Итак, танцует пятая точка. Танцы мужские неповторимые в стиле «Ля Бомба». Спасибо, спасибо, маэстро. Я начинаю со свидетеля. Итак, кому громче похлопает, тот и будет сегодня победителем. Итак, подождите, подождите. Первые аплодисменты свидетелю нашему. Второй. Подождите. Так, 37 градусов температура ваша. Нормальная температура. Громкие аплодисменты. Веселый пляжный зонтик. У вас температура чуть понижена, 36,5 где-то. Нормально чуть-чуть не дотягивает, но тоже неплохо. Морячок из Одессы старался как мог. Хороший результат. Так, парень в веселой шляпе с шикарной бабочкой. Так, значит, у вас есть сильная и серьезная поддержка. Самый сильный участник свадебного шоу-конкурса. Нормальный показатель. Молодой человек, который сегодня был у нас в стиле регги. Так, я сейчас буду держаться, чтобы меня не унесло, наверное, от криков или что там будет сейчас. Аплодисменты молодому человеку с перьями и в красной бабочке. Честно говоря, я ждал нечто такого более сильного гвалта овации. И серьезный молодой человек, завершающий наш конкурс. Я прошу аплодисменты для морячка!